շատ մրցունակ են ու հետևենք այս գրոյին Ֆերրերա, փոխացում Տուգանայի նրա պարակ, վտանգավոր է ու գոլ, 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 գոլ էիք պատվին էր ստացեք գոսալ ու գրեգորյու, մեկ սնո, նոան առաջ է աստու մաշմի մեջ արդի պան մեկ ներկու, Если залетает, слева внизу, знаете, куда донаты отправлять. Но пока ждем. Очень я переживаю за Гора. Надо бы Гору реабилитироваться и не нервничать. Манвилян против Фрухвальда. И гол! Угадал голкипер словакской команды направление удара. Тем не менее, Гор Манвилян забивает таки сегодня. Спасибо, Виктор Т. Залетает таки третий гол. Правда, было похоже. Нет, стадион не делаем мы тихим. Давайте еще раз на этот эпизод посмотрим. Неожиданно совершенно как-то срезался мяч. Кто стал автором года? Автором гола. Да, за победу дают 250, за ничью 125. Все будет так же, Артем, просто второе место будет начинать с Лиги Европы. С квалификации там 3-0, друзья. Тотал 2,5 больше зашло. Тотал 2,5 больше зашло. Победа НОС зашло. Так и не понял я, от кого тут залетел. Сами словаки срезали, а...